Ждем финансирования. Администрация вроде бы района составила график, нам сказали, составили они график погашения задолженности. И вот согласно этого графика будут оплачивать. Вот где маленькие села, где маленькая задолженность поменьше, там вот уже оплатили, там подключили. Вот где побольше задолженность, мы ждем, что согласно графику, ну, нам деньги дадут, мы оплатим.